Робот-судоисполнитель и цифровой нотариат. Эти и другие казахстанские стартапы были представлены Минюстом совместно с Министерством цифровизации на неформальной площадке Demo Day в Астане. Сегодня некоторые из них уже демонстрируют впечатляющие результаты. Люди пользуются нотариальными услугами, не выходя из дома. С помощью видеозвонка можно легко и быстро получить доверенность. За короткое время такой документ выдали уже 140 тысячам граждан. А второй стартап «Робот-судоисполнитель» работает чуть больше 2 недель и уже помогает в обработке штрафов. По словам вице-министра юстиции Бекболата Мудабекова, это нововведение сэкономило казахстанцам 600 миллионов тенге и упростило процесс взаимодействия с нотариусами и судебными исполнителями. Раньше гражданам приходилось оплачивать до 25% от суммы штрафа частным судебным исполнителям в случае несвоевременного погашения наложенного штрафа. Но теперь эту функцию выполняет робот бесплатно. Также он автоматически напомнит об этом, отправляя СМС и пуш-уведомления.